Слава Господу! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь! Главное, чтобы это было не просто слова, но чтобы это было в жизни нашей, и чтобы мы осознавали и понимали, что наш Господь, Иисус Христос, Он пришел на эту землю для чего? Для того, чтобы каждый получил спасение, чтобы каждый понимал, что его жизнь может поменяться, что его жизнь изменилась, потому что его любовь Божья, Божья любовь, она изменила наше сердце. И сегодня мы собрались вот на такой торжественный, праздничный, на такое праздничное собрание, что воскресение Иисуса Христа. До этого, если мы помним, до этого было распятие и не очень веселые обстоятельства в жизни Иисуса Христа и в жизни всего народа. Но через 3 дня, как Он сказал в Писании, Он воскрес. Был отвален камень, и уже, как говорят, что смерти больше нет, потому что Христос воскрес. И Римлянам 8 глава в 11 стихе написано: «Если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». И поэтому Господь, Он оживил нас. Господь оживил каждого из нас, если в нас живет Дух Святой, если в нас живет Его вера. И я верю. Я верю, что в нас живет Его святость, любовь, мир, милость и долготерпение, благость, милосердие и много-много того, что Господь подарил нам. И давайте мы при начале нашего служения поднимемся, прославим Господа. И я прошу группу, чтобы она уже заняла свои места, и мы помолимся. Наш великий Господь, славный Царь, я прошу Тебя, наполняй нас Твоим Духом Святым, благослови сегодняшнее служение, наполняй каждого, каждого в этом зале, чтобы Твоя любовь и Твоя милость, они не прошли мимо, не прошли мимо ни одного человека. И чтобы каждое сердце, оно увидело Твою милость, Иисус, ибо любовь Твоя велика и безгранична. Святость Твоя, она не имеет каких-то пределов, ее нельзя измерить, потому что Ты тот Бог, который объемлет всю землю. Ты тот Господь, который объемлет каждого человека. Он любит, наполняет и освящает нас. Спасибо Тебе, Господь. Наполни нас собой, наполни нас милостью Твоей святой. Открывай наши сердца, и мы хотим прославить Тебя. Аминь. Добрый вечер уже, да? Город Турку, да. Сегодня мы приехали с Хельсинки с командой большой послужить вам здесь. И давайте сейчас прославим Бога. Мы сегодня уже славили. Посмотрим, может быть, здесь еще громче получится. Вот. И да, сегодня у нас будет много таких радостных песен. Будем петь о воскресении Христа, о том, что Он смерть победил и воскрес. И будем славить Его, потому что Он достоин нашей хвалы, нашего поклонения. Аминь.
Ты воскрес, и с Тобой воскреснем мы, Господь. Ты великий Бог, спасибо Тебе за этот день, за то, что, Господь, благодать Твоя, она явилась в этот мир, Господь, за то, что мы имеем жительство на небесах, Господь, за то, что Ты живой Бог, и Ты с нами, Господь. Слава Тебе во веки веков. Во хвале Бога. Он воскрес. Thank you.
Христе. Воскрес, 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 воскрес. Он зашел, занял трон, жить вовек. Господь возьмет своих, и тех, кто верен был, в тот день Он воскресит. Бога в хвале, Бога в хвале, Бога в хвале превозносим. Бога в хвале, Бога в хвале, Бога в хвале превозносим. Воскрес! Он зашел, занял трон.
свою Иисус пролил, изранен был Спаситель наш на древе том, Он пострадал. Полотна чистые Альфи слезами мной тяжелым камнем гроб закрыт, Господне тело покрыли. Прославляй. О, прославляй имя Господа, о, прославляй во веки. Тебе
Слава Господу. Аллилуйя, слава Господу. Бог благ. Не садитесь, пожалуйста. Я хотел бы позвать сегодня сейчас детей, всех, которые есть. И мы вам помолимся за них. На этой радостной ноте, что Господь наш благ, Он воскрес, и сегодня мы здесь. Подождем. Я хотел бы попросить нашего пастора Алексея, чтобы он помолился за детей. Да, пожалуйста. Красный. Друзья, благодарим Бога за деток. Это наследие неба для нас. И мы прострем свои руки и благословим их всех. Аллилуйя, любящий Бог, мы благодарим Тебя, Господь, за наших детей, которые имеем сегодня в церкви, в Доме Твоем, Боже. Благодарим Тебя, что они сегодня с нами находятся в этой хвале, славословии Божие. Мы сегодня благословляем их именем Иисуса Христа. Мы просим, чтобы Ты возложил руку свою, любящего Отца, на каждого из них. Благословил жизнь каждого из них, Господь, и вел, хранил в своей крепкой руке, как любящий Бог, Отец. Пускай ангелы Твои ополчаются в охрану над ними, Господь, а Ты, взращивай из них, Боже, народ Твой, Твоих служителей, Твоих детей, Господь, на радость родителям и во славу Твою, Отец. И мы благодарны Тебе, что сегодня можем иметь возможность, привилегию благословлять их, а Ты услышь нас и ответь нам во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо. Детки могут проходить на свои места, и я хотел бы, чтобы сейчас стихотворение рассказала. Присаживайтесь. Лини пісня до небес, це радіють діти, ради нас Христос воскрес. Як нам не радіти, всю чудові славну мить, зник нехай тривога. Видалось ли не мовчіть, грати з нами Бога. Блоці чудо і чудес почують сюди. Не з мертвих нас, Христос воскрес, веселіться люди. Амінь. Слава Господу! Бог благ! И все, что сегодня происходит, и сегодня, сегодня есть, и это великая заслуга Иисуса Христа. Благодаря Иисусу Христу мы сегодня здесь собрались. Благодаря Ему мы живем на этой земле. И некогда был израильский народ, который служил Богу. Потом, я немножко в историю, потом они пошли в Египет, потому что был голод в их земле. И по истечению времени они оказались рабами египтян. После этого много-много лет прошло, много десятков лет прошло. После этого родился младенец, но младенец не Иисус. Родился мальчик. Когда были трудные времена, когда всех мальчиков израильтян убивали, потому что египетский царь, он посмотрел, что у них успех, и они возрастают, их больше, и он боялся за свою власть.
Он боялся за свою власть и принял такой закон. Но тот маленький мальчик, он по мудрости своей матери, он был положен, не как Иисус в ясли, но он был положен в корзинку, и его пустили в речку Нил. Там также увидела его царица, и она посмотрела, что мальчик красив, плачет, и она его взяла себе. И он, можно сказать, был вторым человеком после наследника царя, после наследника фараона. Он имел власть, но у Бога были другие планы на него. У Бога были планы для того, чтобы освободить народ израильский. И через Моисея Господь провел и изменил жизнь и египтян, и израильского народа. И они по истечению многого времени, многих лет, они всегда праздновали ту Пасху, через которую они вышли из Египта. И они всегда помнили, что благодаря вот этому празднику Пасхи, благодаря ей и тем тельцам, которые были принесены в жертву, и кровью которых были помазаны косяки дверей, они остались живы. Потому что проходил ангел-губитель, и на всех дверях, где не было помазано кровью, в той семье умирал первенец. И это был такой суд. Если мы помним или знаем, слышали, что о 10 казнях, которые произошли в Египте, произошли в земле египетской над фараоном, и у фараона также умер первенец, и во всех домах Египта. Но проходят времена, проходят сотни лет, и рождается Иисус Христос. На тот момент еще не Христос, но рождается маленький младенец Иисус. И он рождается, живет. Он вроде бы был обыкновенным мальчиком. Люди, которые вместе с ним жили, они могли думать, это ж тот, который с нами был. Чему он может научить нас? Но это был необыкновенный мальчик. Это был Божий Сын, который родился и спас не только израильский народ, но он спас также и нас, помазав кровью, но уже не овец, не ягнят, но своей кровью на Голгофском кресте он помазал косяки нашего сердца для того, чтобы и мы смогли воскреснуть, чтобы и мы смогли обратиться и получить свободу, получить вечную жизнь. Потому что некогда израильский народ, он получил свободу, и они вспоминали и помнили всегда Моисея, и каждый год они праздновали эту Пасху. Каждый год они вспоминали, что да, через Моисея Бог освободил их от рабства. Но сегодня мы не израильский народ, но мы, можно сказать, мы язычники, но мы спасены через Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос пришел в мир не для того, чтобы... Он пишет, что «Я пришел не для того, чтобы спасти праведников, но спасти грешников». И мы некогда были грешники. И пришел Иисус Христос и изменил нашу жизнь. Он помазал, как я уже говорил,
косяки нашего сердца своей кровью и изменил, изменил наше мышление, изменил нашу жизнь, изменил наши принципы, изменил наши желания и то, что мы хотим. Бог спас нас. Через Иисуса Христа мы получили вечную жизнь, мы получили свободу. И есть такая песня, что «Свободны во Христе», и мы свободны во Христе Иисусе, потому что Он спас нас. Не какой-то человек, не что-то. Сейчас праздник в Финляндии, и во всех, во многих странах празднуют Пасху, и в магазинах красят яйца или кроликов, там, много всякого разного. И оно неплохо, но это самое главное, чтобы оно не отдаляло нас от того праздника, который был от воскресения Иисуса Христа. Потому что через Голгофский крест, через 3 дня восстал Мессия, Он воскрес. И если кто слушал утреннее служение, то там говорилось о Лазаре. О Лазаре – это был знаком и друг Иисуса. Это был брат Марии и Марфы. И он умер. И когда Иисус уже шел, к нему подходили и говорили, ты поздно пришел. Ты поздно пришел, потому что уже столько дней, по-русски я скажу, воняет. Потому что уже начинает разлагаться труп, человеческое тело, начинает вонять. И я бы не хотел такого видеть. Было по-настоящему вот так. Но Иисус, Он воскресил Лазаря и сказал, Лазарь, выйди, и человек, который... несколько дней лежал в пещере, в гробнице. И я не представляю, у меня, может быть, шок был бы, может, я в обморок упал, когда я увидел. Потому что, я видел, когда его хоронили, и он выходит. Но он воскресил Лазаря. И через некоторое время распяли и его. И люди смеялись. Израильский народ, те люди, которых он кого-то исцелял, кого-то поднимал, кому-то изменял жизни, так же, как женщина в Самарии, он поменял ее жизнь, поменял ее мышление. Те люди, они, я не знаю, может быть, они забыли о том благословении, которое Иисус принес, но они говорили, распни его. Они говорили, распни его. Он достоин смерти, потому что он назвал себя сыном Бога. Он богохульствует. И его привели на суд Пилату. Его осудили. И ничего не оставалось ни начальникам, никому, как только повиноваться, и его распяли. Распяли самой позорной смертью. Распяли на кресте, и написано в Писании, что проклят всякий, висящий на древе. И оно, может быть, не укладывалось и в их головах, в их мышлениях, как это может быть. Тот человек, который ходил, исцелял, говорил о спасении, говорил о новом мире, о том, что он может разрушить и построить храм заново,
в 3 дня. И они не понимали, о чем он говорит. И тут его распяли на дереве, как самого последнего человека. Там были еще 2 разбойника. И висящие на древе, они были иудеями, они знали закон, и они понимали, что этот человек, он проклят, что он не может быть Богом, потому что он висит на древе и позорной смертью. Я не знаю, как оно было в реальной жизни, как оно было, но я даже не хочу как-то представлять и воображение у себя, потому что это очень сложная и позорная смерть, когда ты ничего уже сам не можешь сделать, и ты повинуешься своему отцу, ты повинуешься тому плану, который приготовил для тебя отец, для того, чтобы окружающие люди, которые говорят «распни», которые плюют, которые бьют, ты повинуешься и просишь отца, чтобы он простил их. И это та кротость, то смирение и та любовь, которой не было во многих людях, в большинстве людей. Я не знаю, может быть, скорее всего, я бы не смог так. Я, может быть, ответил бы, как это так? Я же не виновен, я не виноват, а меня осудили несправедливо. Но как написано, что он как агнец закланный. Он не произнес никакого слова, ничего не сказал. Но он знал, что благодаря той жизни, которой он живет, и благодаря тем действиям будет изменен мир. Благодаря его смерти, благодаря его смерти будет свобода не только для израильского народа, но и для людей, которые не причастны к израильскому народу, которые язычники. На тот момент это были римляне, греки. И когда его распяли, погребли, прошел день, ничего не изменилось. Прошел 2-й день, ничего не изменилось. И если мы читаем Писание, то ученики, они собрались в одном месте, они боялись, что-то может произойти, кто-то может прийти и сказать: а вот ваш учитель, он учил, говорил, что новое царство, а где же он теперь? Нету. И они боялись также и за свою жизнь. Но прошло время, и на третий день он воскрес. Он воскрес, когда пришли Марии к гробу, чтобы дальше помазать и посмотреть. И они увидели только ангела, который говорит: что вы ищете? Его нет здесь, он воскрес. Кого вы ищете? Там в гробе никого нету. Они посмотрели, что там пелены лежат, где он должен лежать, но тела нету. И это было сверхъестественное чудо. Он воскрес. Они пошли к ученикам, чтобы сказать. Там было сказали, что скажите Петру. Пошли к ученикам, чтобы сказали, что он воскрес. Но
Ученики не поверили, да не может быть. И они пошли сами, чтобы самим убедиться. И также ученики были убеждены, ну, они увидели тоже. И через некоторое время к ним явился Иисус. И Он пришел, когда было, ну, пришел в закрытую комнату, пришел к ним и сказал, что вот посмотрите, вот мои руки пронзенные, вот мои ноги, вот я воскрес. И с этого момента началась новая жизнь. Новая жизнь у тех людей, которые на тот момент сначала первыми были в Израиле. Это были ученики, которые поверили, что Иисус – это есть Господь, и это есть Бог живой, что Он воскрес. И сегодня благодаря этим ученикам, которые, если мы читаем Деяния апостолов, которые свидетельствовали по всему миру, сначала в Иерусалиме и далее свидетельствовали в других городах. И это свидетельство, оно было живое слово. Это было живое слово, которое изменило и наше сердце. Оно дошло до нас, и мы услышали о Христе. Мы услышали о Его спасении, мы услышали о Его воскресении, что когда у человека трудности в жизни, когда у человека непонятки, и он не знает, как поступить, что сделать, то можно прийти к Иисусу, и Он решит его проблемы. Он изменит его жизнь, потому что Он воскрес. И как я вначале прочитал, Он воскресит и наши смертные тела. Он изменит нашу жизнь. И если, ну, не буду говорить, что если мы помним, даже если мы не помним, в пророках написано, там написано, что я вложу сердце новое, заменю каменное сердце, каменное, которое не может двигаться, на платяное. Платяное, я сначала думал, это металл такой, платина, а платяное – это плоть, которая двигается на живое сердце. И благодаря Иисусу Христу Он заменил и мое сердце другим. И теперь я могу по-другому мыслить, по-другому думать, потому что Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, воскресил и мое сердце, и твое, и каждого. И Он может воскресить каждое сердце благодаря тому, что мы поверили в Него, что мы знаем, что Бог живой, что Бог – это жизнь, свет и мир, что Бог, Он любит каждого, и для Него не важно, сколько тебе лет, для Него не важно, какие у тебя проблемы, для Него не важно, какая у тебя работа, или у тебя, может быть, нету работы, для Него не важно, для Него важно твое сердце. Какие у тебя желания, и что у тебя в сердце, для Него это важно. Если у тебя в сердце Иисус Христос, то все проблемы, они уходят на второй план, потому что Он начинает решать эти проблемы. И слава Господу за Его милость! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Он живой! Аминь! И сейчас я бы пригласил Наталью, чтобы она спела. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я поздравляю также вас со светлым, прекрасным праздником воскресения. И сегодня много и утром пели торжественных песен, и сегодня здесь, на этом месте также. Но я хотела бы спеть песню о том, что на самом деле мы здесь странники, мы здесь временно. И
эта земля и все дела на ней сгорят, но наш дом на небесах, куда мы все идем к своему Господу Иисусу Христу. Вся хвала пусть будет только Ему. В чужой земле, в чужом краю, я знаю родину мою, о ней мечтаю и о ней тоскую. Сквозь бури, шум и темноту, сквозь жизни этой суету, пою я сердцем к небу, аллилуйя, 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 аллилуйя. Христа рука, равняя путь и боль мою врачуя. Небесный город вдалеке, хрусталь воды живой в реке, и песня громко пьется, аллилуйя, 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 аллилуйя. Не будет горя там и слез, я знаю, ждет меня Христос, и по пути к Нему теперь иду я. И вера даст мне два крыла, и к свету тянется душа. И песню новую спою, мой Искупитель жив, и я ликую. Он за меня на крест зашел, меня очистил от грехов, и в третий день воскрес, аллилуйя. Слава нашему Господу! Аллилуйя! Христос воскрес! Слава Господу! А сейчас еще одна Наталья нам споет.
Христос воскрес, дорогая церковь. Я тоже хочу прославить Господа и спеть один псалом. Песня будет с переводом на экране. Слава Господу! Cine s-a jertfit pentru lume? Cine și-a dat viața ca Iisus? Cine a putut învinge moartea acolo la Golgota pe deasus? Cine a putut învinge moartea acolo la Golgota pe deasus? Eli, Eli, la masa Bahtanii striga Fiul lui Dumnezeu. Eli, Eli, la masa Bahtanii murind pe cruce în locul tău și al meu. Striga Fiul lui Dumnezeu.
Я хотел бы пригласить нашего старшего пастора поприветствовать также и поделиться словом. Благодарим. Мир Божий, Церковь. Слава Господу. Вначале хочу прочесть несколько стихов из Евангелия Луки, 24 глава, начиная с 13 стиха. Евангелие Луки, 24, с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех тех всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и о чем вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему: что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изубили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, рассказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Аминь. Вот. Два человека идут, я думаю, что они были на тот момент самыми несчастными, ну или одними из самых несчастных людей на земле, потому что, а почему? Почему? Христос воскрес, Христос живой, да, а они несчастны. Он послал ангелов своих, ангелы были, да? Они слышали о том, что ангелы говорили, и вроде они так и говорят. Вот женщины были у гроба, видели ангелов, и те сказали, что якобы он жив, но у них это не произвело никакого впечатления, никакого изменения в их мышлении. Возлюбленные, сегодня хотел немножко поговорить о том, что делает нас несчастными в то время, как мы можем быть счастливыми. И на самом деле Господь хочет, чтобы мы были счастливыми, но сами себя мы можем делать несчастными. И вот, в общем-то, Христос им сказал их проблему, но мы с вами вот можем, обращая внимание на этих людей, подумать о себе. Церковь, ну, не знаю, все вы здесь верующие или нет, как у вас, вот, всегда вы счастливы в Боге? Или бывают такие времена, что нет? Бывает такое? Бывает, конечно. Если бы мы сказали, что не бывает, мы бы говорили неправду. А почему? Другой вопрос. Ожидания наши не сбылись, правда? Чаще всего поэтому. Знаете, если мы готовы к чему-то, даже и в очень трудным временам, и мы знаем, что это было и раньше, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и были гонения, и все что угодно, но если человек готов, если он знает, что с ним Бог, то
Что может поколебать, что может украсть эту радость, которую дает нам Господь? А когда он не готов внутренно, да, то враг ворует буквально все, начиная с веры. А дальше все потом по цепочке так это идет. И вот с этими учениками Иисуса Христа-то так и случилось, дорогие. Вот можете представить себе, я часто вот думаю, нам кажется, вот если бы там что-то, какое-то чудо, мы бы еще больше верили. Вот эти ученики были 3,5 года со Христом. В то время это Христос, Бог, да, воплотившийся Бог. Он делал столько и таких чудес, которых никто в последующие годы никогда не видел. Понимаете? Они были не только свидетелями, но и участниками. Через них Господь посылал их по два и говорил: идите, проповедуйте Евангелие, исцеляйте больных, изгоняйте бесов, от проказа очищайте. Они шли, все это делали. Они говорили: во имя Иисуса Христа. Там бесу какому-то пошел вон, и человек бесноватый становился нормальным. Там у какого-то проказа, может быть, уже с головы до ног, они приходили, молились, возлагали руки, и проказа сходила на глазах. И они славили Бога. Это было чудесно. Но что произошло? Что случилось? Почему так в печали все идут? Уже не в Иерусалим, а из Иерусалима, это символ, символически говорится о том, что они идут от Бога, они идут от того места, где должны были быть. Они разочарованы, они в печали, они все, как дальше? Почему это с ними случилось, друзья? Почему? Вопрос такой. И это случается и сегодня. Случается с христианами. И потом они являются таким отрицательным примером христианства. И кто-то неверующий говорит: да, ну, знаем того, да, вот такой, да. Да, был верующий, ну, а теперь посмотри. И такое есть. Человек потерял то, что, может быть, и не имел. А если имел, то были причины. Почему? Сегодня радостный день. Сегодня нужно петь славу, и слава Богу, молодцы наши хористы здесь, вот они славили и утром там, и сегодня здесь. Вы понимаете, да все есть свое время, конечно, есть и времена испытаний, есть трудности, там и войны, там и все что угодно, гонения, всякое было, но если ты в Боге, у нас примеры такие, да, Павла и Силу побили, хорошо так побили, да, посадили в темницу, заковали их там. А они что делали? Они пели. Они воспевали Бога. И я думаю, не плачевные песни пели. Они славили Бога. И темница поколебалась, основание темницы поколебалось. Все двери в темнице раскрылись. Там темничный страж жизнь самоубийством не закончил. Он думал, что все сбежали. Но Павел говорит: не переживай, все мы здесь. Он потребовал огня, вошел. И что? И потом Павел и сила ему свидетельства, он принял Господа и стал другим человеком. Друзья, если со Христом, если в Боге, то все сможешь пройти. Но как это сохранить? Почему эти ученики, уж ну, лучшего учителя не найти? Сам Бог был учителем 3,5 года, да? Там такие университеты были. Почему? Вопрос понятный, ответ только один. И я прочитаю вам дальше. Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?
и, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании, во всем Писании. Друзья, посмотрите, это были люди своего времени, как и мы своего. Они были воспитаны в традициях иудейства. И там им рассказывали, как и нам сегодня некоторые проповедники рассказывают, какой Христос. И вы знаете, картинки самые разные. А вот им рассказывали такой: да, придет Мессия, мы все его ждем. И это иго римлян, оно падет, потому что он есть сильный. Он так будет у нас, как в одни там Иисуса Навина или Моисея или еще кого-то. Так будет, Он придет и освободит нас, Он даст нам свободу, Он даст нам былое величие. Мы снова будем в славе у всех народов. Вы знаете, вот когда об этом говорят, и это потихонечку человек принимает, это становится такой твердыней вот, в разуме и в сердце, что даже несмотря на то, что и в законе, да, все прописано было. Возьмите только просто главу Исаии, да, 53-ю. Ну, там буквально, ну, все вот прописано, как должно было случиться с Иисусом Христом, да? Кто поверил, слышит от нас, да? И кому явилась мышца Господня? Спасибо большое. Да, попробую, может, поможет, да. Это не потому, что у меня проблема с голосом, просто я так славил Бога, так громко кричал, вот, что чуть-чуть охрип. Молодцы, это они виноваты немножко. Да. Ну, правда, хотелось славить Бога. Сегодня Пасха, да. Вот. И вот это, понимаете, вот это понимание, каким должен быть Мессия. Он должен быть вот таким, таким, таким. Придет, вот, пойдет, наверное, к фарисеям, там, к священникам, вот, сделает какое-то чудо там при них, да, с ними там обсудит, как дальше жить, как этих римлян прогнать, и начнет это делать. Христос пришел по-другому. И вы знаете, этот народ, который ждал его, не узнал и не захотел узнать, и не принял, потому что был не такой, не такой, как они представляли. Это беда, это и сегодня беда. Я верю, что Господь с тобой. Почему? Ну, потому что ты такая, как я. А если вот он не такой, ну, не знаю, как там у него, какие отношения с Богом. Понимаете, вот эти твердыни, вот какой должен быть. Но понимаете, откуда мы должны черпать знания? Вот отсюда, из Библии. Вот исключительно отсюда. И если мы отсюда будем, тогда у нас будет единая картина. И тогда было бы понятно, как овца веден был на заклание, и как агнец предстригущим его был безгласен. О ком это? О Христе. И когда его прибивали, да, он там, я думаю, ну, в картине показывает иногда, что он орал, там, может быть, кричал, но на самом деле я верю, что он безгласен. Это было больно, это было ужасно, но, ну, судя вот по пророчеству, он не издавал своего звука, не кричал там, не проклинал, уж точно благословлял. Понимаете, и вот если читать эту главу 53, все станет на свои места, это только это, а все другое. Но еще более того, Иисус Христос же им все это рассказал перед этим. Он говорил, что вот восходим в Иерусалим. Я не цитирую, там выписал, просто своими словами быстрее было. И Сын Человеческий будет предан, и убьют его, да, и в третий день воскреснет. И все это Он говорил им, и все это они слышали, так или нет, церковь, так же, да, ну так, они все это слышали, но вот эти твердыни, вот как бы не давали этому слову пройти внутрь, в разум, в сердце, слыша, не слышат, видя, не видят. И это ученики. А что говорить про этот мир уже? Да. И вот, когда случилось, когда на самом деле повели учителя,
когда он не прошел, как это в былое время, между ними и все, а на самом деле его повели на суд, ученики разбежались. А когда они увидели, что его распяли, и он умер, и сняли, и положили во гроб, все пропало. Там людям, которые шли из Египта, нужно было ждать Моисея 40 дней. Они не дождались, но все-таки 40 дней. А здесь всего-то 3 дня. Слушайте, всего 3 дня! Всего 3 дня! Подожди, посмотрим, что будет. Даже эти вот священники, и то вот, Пилату, вот этот обманщик говорил, что воскреснет, давай поставим вот 3 дня, пусть стража постоит. И поставили, и печати. Они и то вот, давай посмотрим, ну потом можно снимать уже, все понятно. А ученики вообще вот, как память отшибла. Вот эти твердыни, да? А ведь эти твердыни сегодня есть. Мы где-то родились в какой-то церкви, и там представляли, вот Христос, Он такой, вот Он крутой, вот, ты тоже будешь, самое лучшее тебе, мы дети царя, у нас все будет там в шоколаде. А когда нету, что-то тут не то, что-то с Богом не то, почему-то Он не дает, так Он ничего не обещал. Вот, вы знаете, нужно читать, какой он, что он обещал на самом деле и что он не обещал. Он, между прочим, говорил, гнали меня, будут гнать и вас. Вы читали это место, да? Это Христос. Вот этого он обещал своим ученикам. Как-то про это не хотят проповедовать, но это он точно обещал. И когда есть гонение, прославь Бога. Это значит, ты нормальный христианин. Павел говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Значит, ты не вписываешься в этот мир. Ты другой, ты чуждый. А если чуждый, как Христос говорил, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. И когда вас все любят, это проблема. Это значит, вы плохие христиане. Понимаете? Ну, не хочу никого обидеть, но так вот Библия говорит. Но если мир ненавидит, Христос говорит, знаете, меня прежде возненавидел. Да? Меня прежде возненавидел. И ученик не более учителя. Понимаете? И это нормально. И тогда, если это случается, если там на работе кто-то там, если там где-то, не знаю, в институте, если где-то в школе кто-то тебя там начинает задирать или еще, потому что ты христианин, потому что ты другой, потому что ты не с ними, потому что ты не смеешься над этими пошлыми анекдотами там или еще чем-то, ты другой, и тогда ты становишься врагом. Это нормально, не переживай, Христос с тобой. А вот если такой же, это проблема. Это проблема. Я помню, как один, это давно, я был маленький еще, вот, и у нас такой был очень интересный молодой человек, он был в церкви, вот, и он был спортсмен, стрелял, как это называется, вот, по мишеням, стрелок, и он занимал там какой-то там, в общем, в Беларуси он на тот момент первое место занял такой. Интересный, учился в институте. Для нас тогда, знаете, это церковь такая вот гонимая, там все подпольное в это время. У нас, я был там в нерегистрированной церкви. Как-то, ну, таких людей немного, так скажу вам сразу, было. Вот. И он про себя рассказывал. Говорит, я как-то засвидетельствовал другим. Говорит, ну, знаете, а я в Бога верю. Они... Да ты что, да брось ты, ты же наш, да. И я тогда, хоть мальчик был, понимаешь, здесь что-то такое не то. Если все говорят, ты наш, я бы не хотел, чтобы мне говорили так вот в мире, ты наш, вот какой ты, ну верующий, да все мы верим во что-то, да, ну, сейчас вот все же верят во что-то, там, все.
вселенский разум, там еще что-то. Дорогие, но Бог избрал нас из этого мира, чтобы мы были светом и солью для этого мира. И мы не от мира должны быть, и мы другие должны быть. И поэтому не всегда нас везде могут принимать. И если ты с этим живешь, и когда это случается, для тебя это не проблема. Для тебя это не проблема. Ну, значит, все хорошо, все нормально. Петр пишет, возлюбленные, 1 Петра 4, 12, 13. «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайте, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь, восторжествуйте». Что это значит? Что это значит? Ангелу Смирской церкви написано, да? «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Ты немного имеешь, да? Там есть те, которых даже умерщвлены, еще что-то, но ты будь верен как? До смерти. Это значит, некоторые могут даже и умереть за имя Божие. Огненного искушения. Это я говорю к чему? Понимаете, вот как у тех людей, два ученика потеряли всю радость и веру, или наоборот, веру и вместе с ней всю радость. И мы с вами, чтобы не растеряли. А теряем когда? Когда что-то идет не так, как мы это себе представляем. Правильно ли представляешь, как должно идти? Вот вопрос. Если правильно, Господь с тобою, и все нормально – и ты можешь петь и славить Бога в любых обстоятельствах. А если что-то надуманное, если что-то, что Бог не обещал и не собирается это делать в твоей жизни, то с этим надо расстаться. Эти твердыни надо убрать, они помешают на определенном этапе. Хорошо, когда все хорошо, да, тогда у нас у всех вера очень сильная. А если не все хорошо? А Бог говорит тебе, Откровение 2.10, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти. И не изгони его, да, куда-то подальше, да, вот. Нас иногда учили, ты противостань, ты запрети, ты изгони. А он как бы не изгоняется. И что тогда? И что тогда? А Бог говорит, дьявол будет искушать вас. И ему дано будет. И мы читаем о том, что ему во времена вообще великой скорби Антихрист будет вести борьбу, войну со святыми и победит их. И это нужно знать. Ты должен понимать, что может встретиться в пути для того, чтобы быть вооруженным, для того, чтобы смог, да, не просто так, Господь, я не понимаю, что происходит, почему, а вооружившись твердой верой, терпением, пройти все испытания и получить обещанное. Даже такое может случиться, да, нас более всего... Мы встречаемся с такими людьми, разочарованными в других христианах. Да вот, я там был, да вот меня обманули, да вот меня там бросили, да вот еще что-то. Ну и что? Христа тоже предали, да? И как Христос говорит, Матфея 10, 21-22, «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Как это вообще возможно? И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Это может случиться с нашими родными. И что тогда? Мы обидимся на Бога? Да нет, конечно же, да.
Матфея 24, 6, 13. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство. Будут глады, моры, землетрясения по местам, все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Опять же, претерпевший же до конца спасется. Вы знаете, Господь не обещал золотые горы, и что все-все-все, ты помолишься, ответ, все, нет у тебя работы, все, помолились вместе, завтра есть. Господь так отвечает, мы столько знаем этих ответов, это правда. Но, может быть, эти времена еще не наступили, но где-то наступили, здесь пока нет. Здесь мы живем жизнь тихую, безмятежную, но ты откуда знаешь, откуда я знаю, сколько времени это продлится. Наши друзья, братья и сестры из Украины, вот жили тоже спокойно, как бы, и все хорошо, и все нормально, и тут и церкви большие, и все, и потом раз, в одночасье, и стало плохо, и стало плохо. Но некоторые разочарованы, некоторые там что-то, а некоторые укрепились и продолжают служить Богу. И поэтому и мы тоже с вами, да, Бог уже наперед сказал, что произойдет. И мы не можем этого поменять. Так Христос сказал, должно быть. Но претерпевший до конца спасется. Друзья, Христос не напрасно прошел этот путь. Он показал тебе и мне пример. А мы идем по его следам. И на этом пути у нас есть фаворы. И мы славим Бога, мы ощущаем Его близость, мы прославляем Его, слава Богу за это. Сегодня праздник. И то, что мы славим вот так вот громко, хорошо, это так прекрасно. Почему мы не должны это делать? Всегда где-то у кого-то что-то плохо, да? Где-то там далеко, мы слышим, сейчас интернет работает, вот, но... Библия говорит о радости нашей в Боге. И это у нас должно быть. И когда мы радуемся и славим Бога за Его победу, за Его путь, который Он дал нам, почему мы радуемся за этот путь? Каким бы он ни был трудным, но мы знаем конец этого пути. Это жизнь вечная, в вечно Христовых обителях. Это жизнь с Ним, и там уже не будет никаких искушений. Все сегодня здесь, но Он для того и умер, и воскрес, чтобы дать тебе и мне надежду, что и мы, если и умрем, как сегодня про Лазаря вспоминали, там Марфа была, Мария, и Христос ей сказал, если умрем, оживем, оживем. Он говорил ей, верующий в Меня, да, если умрет, оживет. Я есть в воскресение жизнь. Веруешь ли сему? И мы должны в это верить. Иначе невозможно пройти этот путь христианина. Поэтому, друзья, еще раз поздравляю вас с праздником. Пусть ваша жизнь будет такой, чтобы вы могли сказать, что мы прошли по прекрасным местам, да? Межи наши прошли по прекрасным местам. Чтобы мы могли, вспоминая о своей жизни, видеть Его чудеса в трудностях, в испытаниях, может быть, в скорбях, а Господь давал силы, и ты шел дальше, ты шла дальше, ты славил Бога, и в конце концов, да, ты имеешь эту уверенность о том, что ты Его, и Он твой. Это самое главное. Пусть Господь благословит вас. Ему слава за все. Аминь.
твоя благодать, твоя великая милость на кресте в совершенстве явилась. Чудесная благодать, твоя славная милость на кресте за меня расплатилась. Покрыт я, покрыт я милостью твоей, о, покрыт я. Сядьте, дорогие, слава Богу нашему.
Я приветствую всех вас, церковь Турку. Христос воскрес. Он живой, и потому мы живы, друзья. Слава Иисусу. И сегодня мы продолжаем говорить о нем и потихонечку идем к заключению и этого служения. Этот день пройдет, но я хотел бы, чтобы в нашем сердце осталось некое семя Слова Божьего для того, чтобы оно произвело свою работу в нашей жизни, друзья. Я бы хотел сказать, что не знаю, что для вас Пасха обозначает, но говорят, что это самый главный праздник в христианстве. Самый главный праздник в христианстве. И я, на самом деле, если бы мы серьезно вникли, что в нем, от чего и куда, в этом году я уже говорил у нас там в церкви, что как-то в этом году я Пасху пережил, что мы ее празднуем, на самом деле, не воскресный вот этот день, обычно раз в году. Мы начинаем праздновать с того торжественного въезда Иисуса в Иерусалим, как делал это Израиль. И это серьезно, когда ты целую неделю размышляешь о том вообще, что произошло. Почему я об этом говорю, друзья, и так важно размышлять, может быть, каждый год, приближаясь к Богу, что-то новое черпать для себя и расти в вере. Просто если мы не растем в познании Бога, друзья, мы остаемся такими пустыми. Как будто бы вчерашней веры мало для того, чтобы сегодня иметь вдохновение быть таким же верующим и даже более верующим, чем вчера. Вы знаете, я хочу сказать, что мы можем подвергнуться такой опасности, что начать перейти от живой веры к какой-то мертвой религии. Если вы знаете, насколько знаете, на самом деле много людей, которые в этом мире верят в Бога. Потому что это какая-то внутренняя потребность у человека, вы знаете, она вложена самим Богом. Это какая-то частица Бога, когда ты и я родились. Вот когда Он вдохнул, как написано в Библии, дыхание жизни. Помните, написано в Библии. Мне кажется, я так верю, что это в каждом человеке и есть вот эта частица Бога. Но ее как бы надо активизировать, чтобы она начала приносить какой-то плод. И знаете, в этом смысле христианство, оно в большом понимании этого слова, в большом смысле этого слова, оно на самом деле не отличается ни от какой другой религии. И вообще от той веры, как ты веришь в Бога по-своему. Кто-то в сердце, как-то в душе, как мы это называем, знаете. Но когда мы встретились с Иисусом, в нашей жизни произошел переворот, друзья, правда? Если у тебя этого еще не было, я бы хотел, чтобы этот вечер, мы скоро будем молиться. Мы, знаете, посвятили какое-то время молитве и обращению к Богу. Потому что те люди, которые встретились с Иисусом, их жизнь, по крайней мере, если не изменилась, то не была прежде. Она не была, не осталась прежде, как была до того. И даже те двое, о которых уже сегодня сейчас говорили, мы продолжим немножко о них читать, рассуждать. Их жизнь совершенно была другой после этой встречи с Иисусом. И самое интересное, что чаще всего и у нас так в жизни бывает. Мы идем с Богом, и Бог хочет говорить с тобой и со мной. Когда-то говорил и сегодня говорит, но мы не узнаем Его. Я хочу тебе сказать, дорогой друг, кто сегодня пришел, может быть, первый раз. Может быть, ты уже не первый раз, ты что-то слышал о Боге. Да, может быть, ты верующий с детства и уже десятки лет с Богом. Я хочу и тебе также сказать. Иногда Бог идет, Иисус идет рядом с тобой и хочет с тобой что-то тебе сказать, а ты не узнаешь Его. Ты ему рассказываешь, о чем пастор только что говорил, а вот я думал так, а вот будет так. Ты начинаешь переживание, даже не замечаешь, что ты уже в какой-то молитве с Богом. Иисус идет и кое-кого упрекает, их упрекнул. Медленно сердцем двигайтесь. Много мыслей, вы быстро на мысли, но медленно сердцем. Может быть, это обращение к тебе и ко мне сегодня, не знаю, друзья. Но я бы хотел по этой истории читать дальше. Иисус обличил их. Он сказал, нужно было 3,5 года, может быть, потратить времени, или сколько было у тебя времени с Богом, сколько ты в церковь времени ходишь уже, потратить на то, чтобы понять, что Бог, кто ты. Услышать, в конце концов, действительно, все же произошло, как Он сказал. А может быть, в этот момент, когда он что-то важное говорил, ты отвлекся. Знаете, как бывает на служении? Вспомните, когда у вас детки были маленькие, как и у меня. Да слушай, ты полсобрания пробегал туда-сюда, воспитывая его, как ему надо себя вести. И не знаю, кто кого воспитал. Правда бывает такое?
Так в истории бывает, так иногда бывает. Один случай, человек рассказывает, попал на футбольный матч, о котором мечтал, потому что вырос в такой традиционной, консервативной семье христианской, и попасть на футбольный мяч, это был матч, это был большой грех. И вот он вырос, он такой свободный стал и попал на это событие. И он говорит, когда я пришел на этот матч, полный стадион народу, и вы знаете, я первый раз, может быть и последний здесь, мечта сбывается, вырвался на свободу. И знаете, он говорит, ликуют люди, происходит что-то на поле. И я со своим другом, который точно такой же, мы двое таких свободных, мы вдруг попали на этот матч. И в какой-то момент я наблюдал за этим мячом, смотрел за этой игрой, думал, о, как это интересно, наверное. Пытался вникнуть, и вдруг, в тот момент, мой друг отвлекает меня и говорит мне что-то на ухо, и вдруг забивает гол. Повторов нет. Он говорит, такую досаду в жизни я больше не переживал. Но это же надо так, а? Я ждал этого момента столько времени. Но тебе надо было меня в этот момент отвлекать. Да я за этим мячом следил вот полтора часа. И вот знаете, он говорит, я пережил такой момент. Мы можем в жизни знать много, присутствовать во многих местах, в хороших собраниях, но пропустить вот то одно важное слово, которое Бог говорит именно тебе. И вы знаете, Бог интересно иногда так говорит еще так тихо. Иногда надо так утишиться, чтобы услышать его не только ушами своими, но и сердцем. Именно такое слово меняет людей. У этих ребят так и получилось. Были ли они взрослыми или молодыми, Иисус объясняет им по дороге. И написано в 28 стихе, это 24 глава от Луки, написано, и приблизившись они к тому селению, куда они шли, то есть в Эммаус, я так понимаю, которые шли, Он показывал им вид, что хочет идти далее. Знаете, у нас это собрание тоже скоро закончится. Наконец-то харисты отдохнут, все мы выдохнем. Знаете, я заметил принцип Бога такой, Он тебе говорит, разговаривает с тобой, хочет с тобой отношений. И потом Он показывает, как бы я иду дальше. Как будто бы давая тебе опять возможность выбрать в твоей жизни время. Ай, Иисус, ладно, иди, все, уже Он от Моисея по Писанию объяснял ему о своем пути. Знаете, как бывает? Такие мы проповедники бывают, так утомим вас, что просто думаешь, да заканчивай ты уже, но... Там говорил сам Иисус. Но это не самое главное. Иисус и другим людям говорил, и им было все равно. У этих людей они начали быть быстрыми сердцем, если можно так сказать. Когда Он им сказал, точнее написано так, показывал им вид, что хочет идти далее... Я хочу сказать, что это для нас, для каждого сегодня пример. Что надо сделать нам? Написано 29 стих, читаем дальше. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Друзья, и он вошел и остался с ними. Давайте скажем, слава Богу. Правда, тот человек, с которым, та личность, с которым тебе было так хорошо. Общение, знаете, где-то там на уровне... высоком. Ты сделаешь все, чтобы сказать, останься еще. Я хочу еще побыть с тобой в общении. Я хочу сказать, друзья, дорогие, Пасха – это ответ нам о том, что Бог хочет отношений с тобой и со мной. Он хочет, чтобы ты это сделал сам и сказал, Иисус, останься со мной еще. Останься. К вечеру время склоняется. Как бы день уходит, время как бы уходит, но останься. И вы знаете, Иисус говорит, я останусь. Я еще побуду с тобой. Я еще кое-что тебе хочу сказать. Я хочу поговорить с твоим сердцем. Я хочу еще кое-что, чтобы ты открыл мне, а я показал тебе. И вы знаете, написано, и остался. Но не просто так остался. 30 стих читаем дальше. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. В этих словах и в этом действии, то, что и мы с вами совершаем не один раз,
кое-что Иисус просто действием своим, да? Можно много говорить, а можно кое-что сделать. И вот это вот таинство, оно совершается. Но вы знаете, я еще раз обращаю внимание вас на этих двух людей. Они очень сильно жаждали этого общения, они очень сильно хотели. Когда мы читаем о том, что взяв хлеб, благословил, преломил, мы говорим о каком-то очень близком общении, уже очень близком, да, разделяют хлеб. Но что происходит? Чудо происходит. 31 стих. Когда он это сделал, подал им, открылись у них глаза, и они узнали его. Друзья мои дорогие, я верю, что в этом зале сегодня есть люди, которым очень хочется, чтобы Бог открыл глаза. Знаете, потому что вот ты идешь в своей христианской жизни, тебе иногда кажется, Господи, иду так ощупью, просто не зная, как вот такой слепой котенок, знаете, ведут меня. Вот иногда и просто чувствами иду. Но я хочу видеть тебя, Иисус. Написано, открылись глаза. И что интересно, но он стал невидим для них. Такой диссонанс, да? Открылись глаза, но он стал невидим на них. Друзья, что произошло? Произошло величайшее чудо, которое происходит на этой земле. Знаете, какое? Когда люди, верующие люди, перестают жить видением, а живут как? Вот именно это и есть счастливые люди. Это люди, которые понимают, что мне больше образ Иисуса не так важно видеть. Я общаюсь с Ним на уровне Духа. И я хочу сказать, если ты сегодня не первый раз здесь, может быть, ты слышал о Боге, веришь как-то по-своему, я хочу сказать, Бог предлагает тебе отношения с Ним. Ты задаешь вопрос логичный, как и я когда-то задавал, как это с Ним, с кем мне надо иметь общение? Я хочу тебе сказать, не торопи Бога. И себя тоже. Дай ему побыть с тобой. Он скоро тебе кое-что сделает. С тобой разделит хлеб, побудет с тобой, ты побудешь с ним, и кое-что произойдет. Произойдет чудо. У тебя глаза откроются, и ты не будешь видеть Иисуса, но будешь верить в него, как будто бы он здесь осязаем с тобой. Правда, друзья? Давайте скажем слава Богу. Я не знаю, как у вас в моей жизни это произошло. Я уже говорил, вчера на молодежном говорил, я часто это напоминаю. В моей жизни так произошло. Кто-то меня обличал в моей безбожной жизни, хотя я себя считал верующим человеком. Кто-то мне говорил о Боге, кто-то убеждал меня, кто-то еще что-то делал, пока Иисус не начал сам говорить со мной. Я не знал, что Он уже со мной разговаривает. А оказывается, это был Он. Знаете, когда я это понял? Когда у меня открылись глаза, я понял, ах, Бог мой, так это же все эти годы говорил со мной ты. Но я не видел тебя. И вдруг глаза мои открылись однажды, и как там написано, апостол Павел говорит в 15 главе Коринфянам, он являлся Кифе, 12, являлся 500 братьям, помните, Иакову, другим апостолам, и в конце концов говорит, явился мне. Как некоему извергу, явление Бога – это реальность нашей жизни, друзья, слава Иисусу. И я хочу тебе сказать, это реальность и для тебя, если ты будешь готов идти дальше. Если тебя религия не устраивает, знаете, потому что это мертвость, она вообще не имеет никакого смысла. Она не имеет жизни, а Иисус говорит, я жизнь тебе хочу дать. Я хочу жизнь тебе дать. Вы знаете, я даже больше скажу, я хочу возложить на нас, христиане, такую ответственность. Если у нас нету в жизни Бога, мы на самом деле несем антиевангелие, от которого имя Божие поноситься, понимаете, о чем Петр уже сейчас говорил. Это те люди, о которых можно сказать, да знаешь, он был, я знаю его, не рассказывай мне. Я хочу, чтобы мы с вами были живыми. Я понимаю, это будет тебе чего-то стоить, но та радость, которую это приносит, она ни с чем не сравнится, друзья. Написано, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, они начинают друг с другом говорить, ты тоже это видел? Ты тоже это видел, да? Ты находишь людей, знаете, птички по роду своему собираются, и он говорит, ты тоже это видел? И он говорит, но не горело ли в нас сердце? Когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, и встав в тот же час, что они сделали, друзья? Возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону.
Знаете, куда они вернулись? В Иерусалим. Знаете, куда такие люди возвращаются? В церковь, где им 1, 2, 50 раз говорили о воскресении, и оно было как в одно ухо влетает, в другое вылетает. Как об стенку горох. Я не знаю, как было у вас, у меня было точно так. Мне говорили это не знаю сколько раз. А мне казалось, что ну, бедные люди, ну замучились они уже со мной. Но я вам скажу, когда это произошло, в 2003 году, сентябрь месяц, ночью явился мне Господь. Я в следующее же утро, на утро этой ночи, прошедшей, я был в церкви, в которой сегодня нахожусь. Я вам скажу, друзья мои, это изменило всю мою жизнь. Я потому, с того времени, хочу вам сказать, вот эти вот, кого они нашли в Иерусалиме, они тоже этим людям наверняка говорили не один раз, он воскрес, он воскрес, он воскрес, он мне явился живой. Да ладно, ты мне рассказываешь. Да он мне живым явился, я с ним общаюсь. Не верю. Когда сами встретились, когда с нами провели с ним время, когда сами услышали, увидели, уже не нужно было убеждать. Правда? Я хочу сказать тебе, христианин, может быть, ты уже не один день и год в церкви. Знаете, как бывает? Бывает такое, знаю, уже свои дети подрастают, в серьезный возраст приходят. Бывает такое. Все пошли, и я пошел. По инерции пошел, знаете, за Богом, по инерции. Своих отношений с Богом у меня нет. Мне даже, честно говоря, неприятно об этом говорить, но у меня их нет. Надо было вступить в завет с Богом, я это сделал. Надо было служить Богу, я это делаю. Надо было еще что-то делать, я это делаю. Но там, честно, где-то, когда остаюсь один на один с самим собой, я могу признаться, Бог, но я тебя не знаю. И для таких людей, братья и сестры, есть ответ. Сегодня Иисус приглашает к отношениям с Ним. Мы никогда, никогда не пожалеем об отношениях с нашим Богом. Ты можешь пожалеть об отношениях с самым лучшим человеком на этой земле, кто бы это ни был сейчас в твоей жизни. Но если у тебя будут отношения с Иисусом, ты никогда не пожалеешь. Но этого мало. Знаешь, кто ты будешь? Ты еще будешь об этом говорить другим. И вот именно такие христиане являются детьми Божьими, которых Бог не стыдится называть своими детьми, друзья. У нас есть к чему расти, к чему стремиться. Они вернулись в Иерусалим и нашли этих людей. И когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам, друзья! Церковь, мир вам! Слава Господу!» Когда вот эти люди вместе встречаются, собираются, например, на Пасху. Это странный народ. Такое чувство, что ни одного духа. И знаете, там мир Божий. Да, может быть, сейчас я говорю больше так, настраивая на позитивный тон. Не всегда бывает мир, кто-то сейчас сидит и думает, да, рассказывай. Но я все-таки хочу сказать, что здесь написано. Когда Иисус пришел, а они собраны все вместе, Он говорит: «Мир вам». И даже ты один тот, который сейчас не в мире с тем вторым, он говорит: мир тебе, брат, сестра. Мир вам, народ Божий. Иногда у нас бывает, как у них написано, они смутились, испугались, подумали, видят духа. Вот такие мы бываем. Но Иисус приходит, начинает открывать, говорит: да это я, это я. Знаете, о чем здесь идет речь? О том, что если тебе однажды Иисус встретился на пути, и ты с ним явление Бога было в твоей жизни, это надо повторять и повторять, и встречаться с Ним снова и снова. Потому что ты встречаешь на пути таких людей, которые однажды встретились с Богом, но отношений с Ним так и не завязали. Отношений так и не было. Ты возвращаешься туда, говоришь: да, там что-то было, какое-то прикосновение Бога было, сегодня нету ничего. Иисус говорит: я жду тебя опять. Пойдем. Пусти его в свою дорогу, куда ты идешь. Может быть, Эммаус в твоей жизни – это какой-то путь непонимания. Сегодня, может быть, ты идешь путем непонимания до конца. Что в твоей жизни хочет Бог?
пусти Иисуса идти с тобою. Ты не пожалеешь. Ты не пожалеешь. Я бы хотел, чтобы мы сегодня еще очередной раз поняли, что Пасха для нас – это самый главный праздник. Можно было бы много говорить о Его страданиях, о чем мы уже пели и говорили немало. Все это Он прошел и показал нам пример. Для чего, друзья? Для того, чтобы сегодня ты и я были не просто религиозными людьми, которые верят в Бога, а те люди, которые говорят: Бог живой. Бог живой, я с Ним общаюсь каждый день. Я с Ним общаюсь все время, столько, сколько могу. Если не общаюсь с тобой, общаюсь с Ним. А иногда, когда общаюсь с тобой, и общаюсь с Ним. Какое счастье, друзья, правда? Я понимаю, что это люди не от мира сего. Ну, а чего нам стыдиться? А чего нам стыдиться? Для нас небо приготовлено. Слава Ему, друзья. Ну, слава Ему. Что нам стыдиться? Пускай смотрят на нас, это не страшно. Мы имеем общение с живым вечным Богом. Это привилегия и честь. Оцените это достойно. И я, и вы. Я приглашаю вас к молитве. Мы попросим группу нашу, поведет. Они поведут нас в определенной хвале. Мы будем идти к молитве, друзья. Мы в Церкви Божией для того, чтобы в очередной раз возвестить о том, что Бог живой. И знаете, что мне нравится, что в наших церквах мы обычно говорим о том, что наше служение направлено для того, чтобы только петь, приносить жертвы хвалы. Мы здесь для того, чтобы молиться друг за друга, молиться вместе. Почему мы обычно поем, когда мы молимся? Для того, чтобы, когда у тебя, может быть, нету молитвы твоей. Вот сегодня ты в таком состоянии. Ты мог бы вместе с группой просто открыть уста и славить Бога. Просто сказать: Бог, наполни мои уста хвалою. Может быть, кому-то нужна молитва. Молитва за исцеление. Молитва за духовное состояние. Может быть, в твоей жизни вот эта Пасха, вот сегодняшний день, это тот день обновления твоей духовной жизни, от которой ты уже так устал. Знаете, это как вот Новый год, вот у мирских людей Новый год. И у тебя есть какие-то надежды. Вот с 1 января начну все по-новому, еще что-то. Знаете, это все суеверие чаще всего. Пустота бессмысленная. А нам в Боге дана надежда вечная. Я бы хотел, чтобы мы использовали этот момент для этого. Если у кого-то есть желание, можете ему молиться. Здесь есть служители, они совершат с вами молитвы, будут вместе с вами молиться. Будут вместе с вами славить Бога, а мы будем восхвалять Его. Отец Небесный, благодарим Тебя. Мы славим Тебя, что Ты воскрес, Боже. На самом деле это какое-то чудо, потому что в разум человека это не помещается. Но оно и не должно поместиться, потому что это же что-то из вечности. Мы помещены во времени и в материи. Но Ты однажды, и не один раз даже, Ты сказал, что все этому надлежит измениться. Не все мы умрем, но все изменимся. Там, при том гласе трубы архангела. Боже, какое чудо! Тяжело даже представить, что это будет, Господь. Но Ты сказал, что там будет чудесное место и время, Боже. Потому что именно времени там не будет. Это будет вечность, Господи. Ты обещал, что там мы встретимся с теми близкими, которые уже пошли впереди нас, Господь. У кого-то это было недавно, у кого-то давно. Их так много, которые оказались Тебе верными, Боже. И все они верили в воскресение живого Бога. Все они пронесли эту веру через всю свою жизнь. Слава Тебе! Мы всего лишь стали в их следы, пошли по их следам, Господь. Мы ничего нового не можем принести в эту жизнь, Господь. Мы можем только оставить какой-то след. Кто-то следит, а кто-то оставляет след, Боже. Помоги нам, Господь, умолиться, Боже. Есть такие чудесные тайны, которые Ты сокрыл в Своем Слове и открываешь, когда мы приходим к Тебе. Не добиваться чего-то, но смириться. Не просто терпеть, а любить. Не просто где-то сжать зубы, но переносить. Отец, я прошу Тебя, благослови, Боже. Я понимаю, что мы все живем на земле и переживаем разные трудности, скорби. У нас есть неотвеченные молитвы. Годами мы что-то ждем и не получаем. Боже, я молю Тебя, укрепи. Наполни сегодня веру и народ Твой, Господь. Может быть, сегодня есть человек, который сегодня нуждается в покаянии. Кто-то сегодня нуждается в освобождении. Ты стучишь в небо, и нету ответа.
Но Иисус живой, призови Его. Он приходит, Он никогда не изгоняет вон приходящих к Нему, Отец. Я молю Тебя, пускай Дух Святой, пускай работу свою сделай с каждым, кто сегодня нуждается, Отец. Мы сегодня возвещаем, что наш Бог, Он живой, наш Спаситель воскрес. Мы сегодня так много об этом пели, мы много об этом говорили и будем говорить. Для нас это цель, для нас это жизнь, для нас Иисус – это путь, истина и жизнь. Я благодарен Тебе, что сегодня этот день нашей жизни не потрачен впустую. Слава Тебе! Этот день принадлежит Тебе, как и все дни жизни нашей. Все принадлежит Тебе, Господь. Я прошу Тебя, благослови Церковь Твою, Боже, чтобы в нас была живая вера, Господи, чтобы, глядя на нас, люди видели, да, это необычные люди, не от мира сего, но не просто так, Господи, но что в наших устах есть реки воды живой, Господь. Для этого нам нужно прийти к этому источнику, Боже, и наполниться, Бог мой, как однажды та женщина, Боже, мы не знаем, это исцеление настолько маленькое, но там была эта женщина, и Ты пришел туда ради нее одну. Она пришла в то время, когда там не было никого. Она, конечно же, нуждалась в Боге, она что-то искала, и когда Ты пришел, она нашла, слава Тебе, написано, она пошла возвещать всем другим, Господь, и уже не стеснялась. Боже, помоги нам сегодня не стесняться великого звания, Боже. Мы христиане, дети Божьи, мы призваны к великому. Благослови нас, Отец, в этом, Боже, утверди нас, Господь, и помоги, любящий Отец, я прошу Тебя. Отдавая в руки Твои, мы просим Тебя, останься с нами, Боже. Останься с нами, как сказали эти двое. Останься с нами. Иисус, останься с нами. Побудь с нами, преломи хлеб, чтобы открылись глаза, Господи. И чтобы нам уповать уже не видением идя, но верой. Тебе всю славу воздаем. Веди это служение дальше, будь за все прославлен во имя Иисуса. Муж скорбей, изведавший болезни, он был презираем и унижен. Наказание мира на нем было, ранами его мы исцелили. Он страдания добровольно, как овца был веден на заклание. Пред стригущими он был безгласен, не было в нем вида ни величия. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Господу. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Господу. Преклонится всякое колено перед святым именем Господним, перед Анцем Божьим на заклане, умершим за наши преступления. В одежде, обогренной кровью, Его имя, Слово Божье, Царь царей, сидящий на престоле, Он грядет, Он первый и последний. Бой, аллилуйя! Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Господу.
Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, Господу, царю. Преклонится всякое колено перед святым именем Господним, перед Агнцем Божьим на заклане, умершим за наши преступления. Он в одежде, обогрённой кровью. Его имя — Слово Божье. Царь царей, сидящий на престоле. Он придёт, он первый и последний. Слава Господу! Господь благ и милосерд. И я благодарен Богу за ту милость, которая сегодня у нас есть здесь. За ту милость, что мы еще можем служить Ему. За ту милость, что еще есть время. Что еще есть время для того, чтобы вновь и вновь вспоминать о той благодати и силе, о которой говорили братья, о той благодати и милости, о воскресении Иисуса Христа, о том обновлении наших сердец. Я благодарю Бога, что Он не оставил нас пустыми, что Он не оставил нас одних и не сказал: «Дальше вы действуете сами, сами разбирайтесь». Нет. Бог пришел и умер за каждого из нас. Он пришел и избавил нас от смерти. Он избавил нас от рабства. И о чем говорил и брат Петр, и Алексей? О том, что Бог умер за нас, и Он ждет каждое сердце. И если вы уже верующие, знаете Бога, и есть возможность для обновления, обновления Его завета, обновления Его Духа, потому что сегодня у нас есть братья, которые
могут помолиться за вас, чтобы, если время проходит и кажется, что все одно и то же, ничего не меняется, они могут помолиться, и Господь зальет новую воду, живую, в ваш источник сердца, и вы будете заново наполнены и почувствуете, заново вспомните о той великой любви, которую некогда проявил Иисус Христос, и обновление. Это как вы входите, погружаетесь в ту святую благодать Святого Духа и наполняетесь лишь только им. Я благодарю группу прославления, которая сегодня так великолепно славила и помогала нам также входить в Его святое святых. И если у вас есть жажда по этому обновлению, жажда потому, чтобы узнать, как благ великий Бог, у вас еще есть время и возможность обратиться к Нему. И слава Ему за это. Бог благ. Бог пришел, умер и воскрес ради каждого из нас. И слава Ему за это. Слава Господу. И я могу сказать только одно. Бог велик. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы меняться, но Он постоянен, Он всегда ожидает каждого сердца, чтобы мы приходили к Нему. И если сегодня еще ты не готов, не упусти тот шанс, который может быть последний. Но Бог не перестанет стучать в ваши сердца. Бог благ и велик. Слава Ему за все. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Слава Господу! Бог благ! Будьте благословенны! Если есть какие-то у кого вопросы, вы можете задавать. У нас есть братья, и мы. Если нету, пожалуйста, проходите. У нас есть угощение, приготовленное нашими сестрами. И спасибо каждому за все.